Мы являемся свидетелями возрождения российского спорта вообще. Мы видели то, что российская сборная вышла на первое место на зимней Олимпиаде в Сочи. Мы видели, что наши хоккеисты стали чемпионом мира, и наши футболисты тоже вышли. Мне кажется, возрождение российского спорта является результатом той мудрой государственной политики, которую начал проводить Владимир Путин, когда пришел к власти. Он бывший спортсмен, он понимает значение этого, он понимает, где и что, как работает. Известно, что идея Сочинской Олимпиады родилась у него уже через полгода после того, как он стал президентом, когда он побывал там в Сочи. И дай-то Бог. Другое дело, что вот это развитие спорта нам нужно больше уводить от шоу-бизнеса, которым является, предположим, большая часть современный футбол, и от спорта высоких достижений, когда люди рвут себе жилы и принимают всякие стимуляторы и наркотики, к массовой физкультуре.